встреча в совершенно новом формате. В формате госприема состоялась 15 декабря и неспроста. Именно в этот день ровно 31 год назад Верховный Совет Кыргызской ССР принял исторический документ. По сути, это событие положило начало существованию самостоятельного государства. Про эту дату, к сожалению, большинство кыргызстанцев забыли. Дело в том, что 15 декабря 1990 года, еще во времена существования СССР, Верховный Совет Кыргызской Советской Социалистической Республики принял декларацию о государственном суверенитете Кыргызской ССР. И там было провозглашено о том, что власть в стране делится на три ветви власти, о том, что вводится гражданство, был учрежден Национальный банк Кыргызской ССР, то есть были созданы самостоятельные институты управления, которые отличались от существовавших в прежние времена. И тем самым вводилось у нас еще суверенитет проведения внешней политики и независимость проведения внутренней политики. Собственно, в честь этой даты и в год 30-летия независимости страны состоялся госприем в историческом музее. Это еще один повод вспомнить то, как Кыргызстан становился государством суверенным, демократическим и независимым. Все это время страна находилась в постоянном поиске реформ. Я не ошибусь, если скажу, что начало наших поисков конституционных, политических и экономических реформ начинается с событий 1990 года. Первая статья в декларации того года гласит: «Республика Кыргызстан – суверенное государство, утвердившееся и развивающееся на основе осуществления кыргызской нацией своего неотъемлемого права на самоопределение, свободного выбора всеми народами Кыргызстана, общественного и государственного строя, выражающие и защищающие интересы граждан республики всех национальностей. Это как высеченные надписи на камне, которые подтверждают, что кыргызский народ заявил мировому сообществу о своем праве и воле свободно выбирать общественный и государственный строй». Таким событием стал референдум 11 апреля, когда кыргызстанцы проголосовали за принятие новой конституции. Это стало логическим завершением того, что граждане в течение 30 лет сталкивались с различными проблемами, пытаясь найти оптимальную модель развития, которая соответствовала бы национальному характеру. Были беспорядки и народные волнения, которые привели к ряду внутриполитических кризисов в государстве, включая трагедии. А они, безусловно, в той или иной степени повлияли на развитие страны. Жыл башында президенттик шайлоону жана башкаруу формасын аныктоо тууралуу конституциялык референдумду өткөрүп алдык. Вы стали свидетелями того, как в этом году страна пережила ряд важных событий. В начале года прошли президентские выборы, затем 11 апреля был успешно проведен всенародный референдум. Он заложил основу для дальнейших политических процессов. Был сформирован кабинет министров. Впервые в истории Кыргызстана не было допущено административного вмешательства. Проведены честные и прозрачные выборы в Жогорку Кеңеш. Тем самым успешно проходит завершающий этап реформы системы государственного управления. Прошедшие парламентские выборы состоялись по совершенно новым правилам. Они были заранее известны абсолютно всем кандидатам. И контраст с выборами в октябре 2020-го, что называется, налицо. В этот раз было строго запрещено использовать админресурс. Ряд чиновников даже лишились своих должностей. Со стороны государства, со стороны госорганов были предприняты все практически максимальные меры по предотвращению административного ресурса. Также, что я хочу сказать, впервые новые молодые лидеры в партийных списках взяли абсолютное большинство. Есть молодые лидеры, которые взяли столько голосов, как целая партия, да? Вот эти кандидаты, которые прошедшие, они являются, можно так сказать, частью иллюстрации. Впрочем, говорил Садыр Джапаров не только о важных событиях уходящего года, но и обозначил главную задачу на самое ближайшее время. Жакынкы 5 жыл аралыгында мамлекеттик саясат жаңы Кыргызстанды курууга, жарандардын ишенимин, ынтымак биримдигин арттырууга, активдүүлүгүн, жаратмандык потенциалын жогорулатууга, ошондой эле жашоо сапатын жакшыртууга, укуктарынын корголушун камсыздоого багытталат.
В ближайшие 5 лет государственная политика будет направлена на построение нового Кыргызстана, повышение доверия и единства граждан и их активности, творческого потенциала, а также улучшение качества жизни и обеспечение защиты их прав. Новый Кыргызстан должен стать страной свободных граждан, которые гордятся своим прошлым, довольны сегодняшней жизнью и с оптимизмом смотрят в будущее. Как глава государства и глава исполнительной власти, я чувствую большую ответственность перед каждым гражданином Кыргызстана за условия его жизни. Вот почему моя команда изо всех сил пытается осуществить серьезные структурные реформы в государственной системе и экономике. Так, политических процессов в ближайшие 5 лет не будет, а значит, необходимо сконцентрироваться на самом главном. Теперь на основании вот этих всех политических процессов должны Кыргызстан развиваться только на экономическом, производственном плане. Поэтому президент не зря призывает всех сил, в том числе гражданское общество, политические партии, другие силы, давайте солидарно, вместе построим новый Кыргызстан в 21 веке, который должен работать в защите прав и демократии народов Кыргызстана. Эта встреча событием стала знаковым. При этом, как замечают аналитики, одной из главных идей этой встречи стало обозначение ценности и приоритета государственности перед личными политическими амбициями. Объединиться для достижения важнейшей цели – благополучия граждан и развития страны. К этому и призывает Садыр Джапаров. Закладывается основа новой традиции. Встреча, государственный прием – в связи с исторической датой исторического музея. Вот это вот такой был своего рода смысл. У него была сжатая, но такая емкая речь. Так и должна быть речь глав государства, потому что они определяют стратегические направления. А дальше уже должны развивать государственные органы, государственную структуру, кого эти вопросы касаются. Продолжит Кыргызстан и многоплановую внешнюю политику. Садыр Джапаров говорил о такой приверженности еще в инаугурационной речи. Многовекторная она будет направлена на обеспечение территориальной целостности, безопасности, социально-экономическом развитии и защите прав граждан страны. А это и центральноазиатские страны, стратегические партнеры Россия, Турция, Китай, а также страны Запада и Востока. Встреча такого формата собрала всех членов Кабмина, государственных и общественных деятелей, представителей дипкорпуса и гражданского сектора. На эту встречу были приглашены все руководители Кыргызской республики, общественные политические деятели, которые были когда-либо причастны к формированию нового кыргызского государства, начиная с 1990 годов. Да? То есть это мы видели патриархов кыргызской политики. Что интересно, это же были люди, которые придерживаются разных политических взглядов, имеют разные полярность мнений. Но этот день в таком формате они пришли вместе. Это дает основание полагать, что у нас все-таки есть здравые силы, которые готовы сотрудничать, взаимодействовать друг с другом во имя того, чтобы Кыргызская республика становилась процветающим государством. И теперь в историческом музее ценнейший экспонат – подлинный дневник государственного деятеля Джусупа Абдрахманова, в котором отражены самые интересные и драматические страницы истории страны 20 века. Дневник и еще особый знак Акшумкар передал глава государства 31 августа. Напомню, Садыр Джапаров подписал указ о присвоении Джусупа Абдрахманову посмертно высшей степени отличия Герой Кыргызской республики с вручением особого знака. В этом году страна отмечает 120-летие со дня рождения одного из основателей кыргызской государственности. Аяна Дюшикеева и Сентура Быкеев, Алатау 24.